Всем привет! Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Тухтамышева исполнила прыжок аксель в 3,5 оборота на тренировочном сборе в эстонском городе Тарту. Что же, наконец, у меня есть тройной аксель, но олимпийский сезон закончен. Тройной аксель сделан, теперь можно и отдыхать, написала спортсменка. Тухтамышева на чемпионате России в 2018 заняла 7 место и не вошла в состав сборной для участия в главных стартах сезона.